Накануне в Соке Снежный состоялся турнир по мини-футболу ко дню памяти погибших в локальных конфликтах. В турнире приняло участие 4 команды. 2 представляли футболисты старшего возраста, другие 2 – учащиеся школ. Сильнейшие определялись в 3 турах. Состоялось 6 игр. В итоге 4-ю позицию заняла команда «Ветеран» из поселка Харп. 3-е место – у кадетской сборной школы номер 8. 2-ми стали ребята футбольного клуба «Ямал», а уверенно победила сборная ветеранов мини-футбола.